Явка была для края достаточно высокая, то есть она превышала те цифры, которые мы получали на предыдущих. Там, где избирали глав, явка была очень разная, от выше 60%, ну и самые низкие там показатели 20 с небольшим процентов, скажу. Но в целом явка такая стабильная была, почти 30%. Губернатор напомнил, что в Прикамье избраны почти 2400 депутатов, около 70 глав различных поселений, муниципальных районов, городских округов. Максимально быстро включиться в рабочий процесс – общая задача, подчеркнул глава региона. Задача в ближайшее время – начать работу всей этой избранной армии и представительных органов, и глав. Сентябрь месяц такой серьезный. Мы на этой неделе уже должны запустить все, что касается подготовки к осенне-зимнему максимуму. Мы должны завершить уборочную кампанию, начался учебный год. То есть, что называется, с места в карьеру.